Сегодня А-факультет – это системообразующее звено военмеха. На него поступают студенты, неравнодушные к ракетам и космосу. Такая, наверное, сумасшедшая идея была, что я хочу стать космонавтом. И, ну, один из вариантов поступления в Питер. То есть это мой родной город, и как, почему не военмех? Это прямая, мне кажется, дорога, и если я потом хочу идти по этому направлению. Нет, конечно, меня всегда тянуло к космосу. Я с 7 класса участвовала в конференции, которую проводил ИСС. И поэтому я очень счастлива, что я здесь учусь и получаю такие знания, которые наполняют мою жизнь очень интересными красками. За более чем 70-летнюю историю ракетно-космический факультет выпустил 10 тысяч инженеров-ракетчиков. В 2019 году на факультете обучается 1084 студента. Те, кто хочет получить не только теоретические навыки проектирования, но и опыт их практической реализации, работают в студенческих конструкторских бюро. Совместно ребята разрабатывают инженерные проекты и решения для дальнейшей реализации на предприятиях, а также участвуют в инженерных конкурсах и представляют наш университет на российской научной арене. Занимаемся различной разработкой проектов летательных аппаратов, электронно-учительных систем, ну, различных комплексов. То есть мы сами выбираем проекты и сами думаем, что реализовать. На данный момент мы реализуем несколько проектов в рамках воздушно-инженерной школы МГУ, КАСАД России, и участвуем в проектах. Пока у нас все команды прошли финал, и мы ждем финалы, и готовим уже практически педагогический план, чтобы участвовать и хорошо показать себя, как видно. В свободное от учебы время студенты участвуют в самоуправлении, организуют спортивные, культурные, научные и досуговые мероприятия, занимаются журналистикой, волонтерством и творчеством. Сегодня большая часть президиума студенческого совета именно студенты ракетно-космического факультета. Студенты от факультета, первый-второй курс, также мало несколько человек из всех факультета, с первого-второго курса и факультета. Действительно, сейчас это для нас одна из самых основных задач – привлекать студентов в науку, привлекать студентов в новые сферы. И буквально недавно студенческий совет вошел объединение студенческого конструкторского бюро. И мы этим очень гордимся, поскольку ребята занимаются максимально интересной деятельностью, максимально нужной. С ребятами из КБ мы очень плотно начали работать и продолжаем помогать и взаимодействовать с ними по максимуму. С днем космонавтики!